3000 пассажиров на борту. Я адмирал Кирнан Адамс. Что касается 41 шаттла, которые уже отправились на новую землю, что ж, надеюсь, это тот рай, который и был обещан. Я тебя люблю. Да ладно. Я думал, ты в тюряге. Первый раз? Дружеский совет хочешь? Свали нахрен с моего места. Реактор на полной мощности. Подключение гиперскорости. Квантовое замедление времени. На Земле прошло 30 лет? На Земле все уже умерли. Мы будем на новой Земле через полгода. Мы бросили 19 миллиардов, а этому космическому нацисту нашлось место. Увидишь, что кто-то ведет себя странно, сообщи мне. Ты начинаешь меня бесить. Ты приковываешься? Если вскрою его, что будет? Положи оружие и сдавайся! Селезенка, сердце, нервы, сосуды съедены практически без остатка. Это не углеродный материал, не человек. А что это? Не знаю. Если оно там, мы убили его. Прибытие на новую землю через 84 дня. Ну что ж, повеселимся. Брюс Уиллис. Будем охотиться и будем убивать ради выживания. Томас Джейн. Я не скажу, как убить его, я не знаю, что это. Рэйчел Николс. Пули не берут. И огнем его не убить. На этом корабле 300 тысяч душ. Спасательные капсулы! Пришельцам меня не убить. Нужно что-то покруче. Так, кто хочет барбекю? Брешь.